Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы рады вас приветствовать в нашей рубрике «Анбоксинг», где мы распаковываем различные, самые непредсказуемые посылки из Китая, да и не только из Китая, но сегодняшняя как раз с AliExpress. Давайте вместе посмотрим, что же там. Па-бам! Так, больше там ничего нет, я надеюсь, да. Итак, сегодня это CVBS 2 HDMI. А простым языком коробочка для преобразования видеосигнала AV. Вот отсюда, тут написано input в HDMI, который output. Так, и в комплекте у нас шнурочек питания. Вот такой вот, который подается в USB. Так, переключатель. Два режима. 720 и 1080. Теперь давайте посмотрим, что замечательной такой инструкции. Инструкция на английском языке. Только на английском, что, собственно говоря, для товарищи из Китая странновато. Так, значит, аудио-видео конвертер в HDMI 1080p. Что у нас тут полезного? Никаких драйверов, понятно, не надо, потому что вставлять их, собственно говоря, некуда. Поддерживается PAL, NTSC оба и SECAM, а также PAL M, PAL N. В общем, фактически все поддерживается HDMI 1080 и 720. Ну и, наверное, на этом у нас все. Более ничего интересного в этой посылочке нету. Согласно мануалу, три предмета. Собственно говоря, сама коробочка вот такая, апскейлер. Три разъемчика, значит, CVBS и left-right, то есть композитный видео, и HDMI output, ну и пакетик в комплекте. Ну, а на этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Пока-пока.